Для представителей средств массовой информации состоялась пресс-конференция управляющего отдела Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю на тему «Как получить выплату из материнского капитала». В режиме видеоконференции в управлении Пенсионного фонда России в Амурском районе управляющая отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева напомнила, что у владельцев материнского капитала остался месяц до 31 марта 2016 года включительно, чтобы успеть получить единовременную выплату из этих средств в размере до 20 тысяч рублей. Подать заявление могут семьи, имеющие право на материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года при условии, что они еще не воспользовались этим правом в 2015 году и не распорядились всей суммой материнского капитала. Если часть материнского капитала семья уже израсходовала, например, на покупку квартиры или оплату детского сада, то фактически остаток, но не более 20 тысяч рублей, тоже можно получить. Подать заявление можно в любом территориальном органе пенсионного фонда или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Потратить эти средства семья может на любые нужды. Никаких отчетов пенсионный фонд предоставлять не нужно. Перечень документов, которые необходимо предоставить, минимален. Это документ, удостоверяющий личность, например, паспорт. Любой документ с реквизитами счета, открытого в российской кредитной организации. Заявление установленного образца, в котором указывается серия и номер сертификата на материнский семейный капитал и СНИЛ с лица, на которое оформлен сертификат. Скачать бланк заявления можно на сайте ПФР. В двухмесячный срок 20 тысяч рублей будут перечислены на указанный владельцем сертификата банковский счет. Напомним, что с мая 2015 года более 23,5 тысяч семей края подали заявление на получение единовременной выплаты из средств материнского семейного капитала в размере до 20 тысяч рублей. На эти цели отделение ПФР по Хабаровскому краю перечислило на счета владельцев сертификатов более 400 миллионов рублей. Самое популярное направление расходования – это улучшение жилищных условий, по которому почти 23 тысячи семей направили свыше 8,5 миллиардов рублей.